В Приднестровье объявлен в розыск подозреваемый в убийстве главы коммунистической партии Олега Харжана. Андрей Думиник, по некоторым данным, скрывается в Молдове. С Харжаном подозреваемый познакомился в колонии. Харжан вышел на свободу в декабре, Думиник за год до этого. После освобождения неоднократно созванивались и встречались. За 10 минут до совершения преступления Думиник звонил Харжану на WhatsApp.